Итак, ну что ж, всем привет, с вами снова Михаил, вы находитесь на моем игровом канале «Хардкорное прохождение с Михаилом и только». Это у нас продолжение прохождения игры «Ведьмак 3. Дикая охота», по счету уже 14 эпизод, в котором мы будем, в общем-то, продолжать изучать локацию Верин. Так, мы в прошлый раз в этот моменте бились с бандитами. По-моему, мы эту локацию уже исследовали, так что... Так, можно на карту попасть. Смотреть, что у нас там. Ладно, теперь может быть, начали. Нормализуется. Так. Так. У нас... Ага, в общем, все это мы уже исследовали. А, вот это место. Ну да, там пока у нас это монстр обитает, который пока нам недоступен. По уровню опасен довольно. Так, что-то здесь мы еще исследовали, не знаю, вопроса. А, вот эти три знака квадрат. Потом вот эти два следом. Потом этот. Ага, второй, в общем-то, святилище установим. Где, по-моему, вот у нас. А, у нас третий, это уже. Второй мы уже дырта, да. Потом здесь три знака. У нас такая уж цель. Еще сюда, думаю, надо плавать. Хотя, может попробовать сразу сюда. Лодка поблизости, это будет правильно-то. Может быть. Что ли. Ладненько, сейчас мы отправимся пока. Так, карта. А, Платва, ты здесь? Тихо. Платва и игра, давайте. Намализуйся. Так. Давай, Платва. Поскакали. Бандиками мы, в общем-то, мы сражались уже. Чего, бандюки, еще? Это ты зря. Так, я хотел слезть, блин. Пофига. Так, где мой меч? Где мой серебряный, где мой стальной меч? Дальше же откуда взялись-то? Так, погоди-ка, мне надо знак этот. Блин, какой-то знак. Квен арт хотел. Ох. Извините. Это я начал, конечно. Да покой начну. Мне уже на здоровье-то не очень. Какие вы борзые. Падай пока. Ох ты! Промазал. Красавец. Ой, защищается еще даже. Тихо. Давай. Кислота даже, смотри, какие-то эффекты работают. Ой. Красава, да. Так, что там тебе есть-то? Чем мне эти ваши дубинки? А где второй? Вот он. У них ничего нет вообще попросту. Полезного. Платва откуда ускакала? Там можно дальше отправляться. Всякие бандюки. Бандюки на всякие мешают. Ох ты, грифон. Здрасте. В белом саду он грифон уже встречался. Потому что он пока не трогает. Погоди, так мне нужно. Тру. А где нас от меча восстановить-то? Остальное как раз тут нужно восстановить. Так. Обум ремонтный, так, это. Ага. Давай остановим. Хорошо. Так, и не надо бы еще найти. Погоди, вот это у нас. Это бронь. Это броня. Бронь. Так, ладно. Какали. Нам грифон, ничего пока делать этим грифоном. Почему нам нужен? Пусть летает. Он нам, говорится, не мешает. Мы не мешаем ему. Он никому не мешает, наверное. Если квестов нету с ним связано. Можно зара? Квест. Погоди, точка. Вот здесь точка отмечена. Уже карта. Отлично. Так, почему я ее отметил-то? Куда я соскочу? Я вообще-то ответ отмечал. Мимо куда-то. Куда хотел? Кинь туда.
Это какое-то другое задание. Ну да, разрушить эти... разрушить. Восстановить разрушенное святилище. Нужно что? Одну штуку. Телефон у меня отпал, что ли? Да я мимо пробегал. Чё ты мне пристал-то ко мне? Я тебя не трогаю. И он там... А, там просто летает. Фига мне нужен-то. Ну так... Так, у меня еда вообще есть. Данская светлая. Имею в виду высоты закусим. Хорошо, Кать, дары, восполняйся. Ласточка, у нас вообще никакой нету. Что ж, в предыдущих частях я больше пользовался эликсирами для восстановления здоровья. Теперь буду едой пользоваться. Как прям сталкере. Или за припти. Ладно. Первый у нас тоже будет питаться. Так, а вот и знак. А, погоди, трогаю какой-то знак. Я, по-моему, Димашу. А, там же три подряд. Может быть, про их исследовать. Ладно, с этого начнем. Три подряд. Тем, которым поближе. Ну, все. Погоди, что такое? Призраки какие-то. Призрак хранит какое-то сокровище, что ли? А, спрятано сокровище, наверное, призрак охраняет. Он ли... Блин, сука, там призраков, ё-моё. Зря, да? Квен, если воспользоваться квеном. Она, конечно, долго-долго не действует. Так, против них Ирданы. Ирдан. Где? А у меня где-то здесь сокровище-то. Ё-моё, сколько вот здесь призраков-то? Сразу. Теперь полошилось-то. Ё-моё! Сейчас убьют? Да ё-моё! Да ё-моё! Как они быстро косят-то? Не сносило? А-а-а! Задвижись от меня! Зараза, такие-то крепкие. 13 уровень. Спасибо. А, святилищая сила. А, это святилищая сила на самом деле-то. Тут тебя. Еды же нету. И не крепкие-то. Их довольно много, да? Очень. 13 уровень, у меня пока 4. Место силы, в общем, нашел я место силы. А, ну место силы всего лишь. А, там какое-то сокровище. Так, это сокровище, интересно, кто охраняет там? Бандита? Так, блин, где этот? Платва, ты куда делся? И ему что-то. Если проскакать, в общем, мимо них. Бандита. Ну, игра сохранена, что-то. Хранилось. Призраки. Да, ё-моё. Это я попал прямо к ним это. О, ох ты, сколько вас там. Сколько вас там? Эй-эй. Куда это я попал? 13 уровень. Мне кажется, их выкашивать буду долго. А кто тут моряка? Здесь! Да ё-моё! Тебя. Раза. Выкосили меня быстро. Конечно, пока не исследовать эти накопы. Ой, место. Да, нужно думать все-таки набрать на пауты. Получается хорошо. Такой выполнить, который нам, как говорится, по рукам. Можно. Слишком большой уровень не показывается. 13-то. Наверное, не быстро. Не буду заниматься. Прокачиваться надо. Ладно, так, обращайте внимание на цвет уровня вашего противника. Зеленый означает, что враг по силам близок к Геральду. Красный, что у вас сейчас тяжелый бой, на человека с черепа, с ультом. Нет, уровень задания указан в дневнике слишком высок. Попробуйте повысить уровень героя и слушать его снаряжение. Значит, пока нам делать там нечего. Ну, как-то, не знаю, исследовать эти сокровища эти вот. Я не там буду призраки за нами, в общем, расследовать. Да. Да, 13 уровень. Красный, по-моему, там, значит, тяжелый бой ожидается.
Если докачаться до 13 уровня, наверное, все будет попроще. Должны быть. Это. Блин, нас. Кабиля, по-моему, где-то там игра где-то сохранилась, я точно помню. Прямо около этих призраков, что ли? Еще деревни вовремя. Прям, наверное. Ну, конечно же. Наверное, призраков. Так, ё-моё. Призраки. Стой, значок силы-то я нашел. Надспейс. Идите. А вот ту башню забраться-то как? Ну, куда включи? Ну, где там красный все-таки? Красный цвет на этого призрака. Ай. Все-таки муж сокровище ты. Уровень. А, пометил ты его. Вот это что за место? Место сил понятно. С какими-то там. Ой, я не хотел. Сокровище. Сокровище, посмотрите. Какая-то мимо них призрак, да? Почул меня. Побежали тогда. Побежали, Геральт, побежали, вы побежали, прячь меч. Не будем с ним биться. Убери меч, убери. Мимо них, давай поскачем, попробуем. Где нам лестница была? Да ему и лестница давай. Ух ты. Да твою мать, лошадь, ну. Да эй! Не бейте, пока я лежу-то. Нечестно. А если попробую наверх забраться, вот. Они за мной погонятся. Блин, а еще туда не могу попасть. Какого? Че мне такой сигнал какая-то держит? Я туда забраться не могу. Почему? Это твою. Ладно, с этими призраками. Какая-то стена. Берем. Слишком трудно будет. И тогда их чересчур много сразу нападает. Ну, блин, ладно, хотя бы. Слишком много, на толпой наваливаются. Значит, потом займемся. По-моему, это у нас тут. Четвертое прокачиваться. Тогда пойдем пока другую выполнять. Пока оставим. Помечено серым цветом, значит, мы их не исследовали, значит, потом займемся. Как скажут. Грязевой так это. Бабелька там. Ладненько, тогда мы туда пока не пойдем. Каменюшку. Тогда я пока туда не пойду, там 13 уровень призраки охраняют. Так, а если попробовать карты? Туда плавать, что там за такое? Там тоже может быть опасно. На лодке он есть возможность быстренько доплыть. Потом уж вернуться и вот эти исследовать места, и это. Время есть. И там у нас лодка-то. Куда надо? Ладно, поскакали. Мы туда еще вернемся. Не говорится, не все сразу. Мы все быстро хотим исследовать. Так, придется. Прыгивай. Поплывем-ка на том. Траву, калька-то. Конечно, тут и нам встречается. Так, давай, лезь. Так, залезть надо. Вон. Поплывем-ка. Посмотрим, что у нас там такое. Хотя, наверное, какое-то задание там будет. Так, теперь надо... Ой, не то. Карту-то я могу. Хотя бы отметить это место. Куда не плыть. Там, наверное, какое-то дополнительное задание будет. Как же плавать, это шикарно прям. Борется может остановить, отвернуться до трумпеля.
Штильхен. Вспоминает сразу персонаж. Это такое же имя. Название этого штуки, управляющей этой лодкой. Так. Ну там особо-то ничего интересного получается. Ну, никакой там станет завершения нет никакого, только лишь вот разрушена какая-то, видимо, башня, что ли, или что там, крепость какая-то была. Там такой. Это на этом острове-то. Ух ты, спрятано сокровище. Так, а мы можем как-то... Ну ладненько, мы сейчас это сможем. Так, о, что такое? Сохранение? Допрыгай. Так. Ну, здесь есть-то. Ага. Так, тихо. Ярлика-то, блин, надо бы по миле не идти. Ой, блин, лодка. Ой, точнее, нет, не надо. Я забыл уже. Погоди-ка. И то. Он быстро двигается. Не хочется по миле никак-то подвинуться. Подвигаться. Так, вот дай-ка еще раз. Блин, не то. Это джойстик нужен. Клавиатура. Блин, а перейти на этот, на шаг. Ну, забыл. Где там? Кнопочка. Быстро сохранение, так знаю. Бывает постоянно. Вон, приключение на шаг-то был где-то. А вот, левый контрол. А, там все просто. Ну, хочется медленно все исследовать, а не так быстренько бегать по голубам по Европам. Так, вот сундук. О, да твою мать. Вот, ух ты, какого хрена. Ну, конечно же, блин, и... Хранить сокровища будут они, блин, твою мать. Утопцы. Ну, естественно, сокровища будут они хранять. Че, падение не можете достать? Так, и гни попробовать. Ага, там, блин, бегают как мочичи. А, квены поставлю? Я сейчас не могу, потому что... Нет, прямо сундук появился, около сундука. Около этого моря что-то... Потому что... О, четвертый, так я с ним справлюсь, четвертый уровень. Мне здоровье надо восполнить как-то. И что-нибудь есть такое, чтобы можно здоровье восполнить? Так, это у нас восстановление энергии ускоряет. Так, ну тогда используем эликсир. Где у нас там эликсир-то? Быстрее энергия восполнялась. Сейчас попробую все-таки. Инка тут. Так. Игни, я Игни вообще-то хотел. Какого фига? Так, блин, какого фига мне этот? Я же Игни ставил. Мой друг этот. Меня еще использует агард почему-то. Какого черта? Да блин, вылезай-то. Эй! Не понял. Да твою мать, а где... Почему мне это игни-то? Че игни не используется-то? Или в воде не, нельзя бы? Блин, нет! Блин, давай! Да... Такая у меня битва такая. Вылезаем из воды. Ага. Тихо. Ой, да, так, осторожно. Такая битва вот, да, занятная, конечно, знаю. Блин, я... Черт. Нечем исполнять уже здоровье-то. Да е-мое, убили. А, третий раз уже за. А, где мне последний сохранить? Не помню перед этим. Ну, как бы четвертый уровень должен справиться. Не помню, меч мне нормально. Погоди, может, сидеть, то есть остальной сар даст. Они серебряные. Третий раз уже, ладно. По-моему, где-то я там сохранился, прям на острове. Так что... Так, значит, если они там появятся, они со всех сторон появятся. Эгни-то почему не использует? Потому что он весь в воде, что ли, уже поскупнулся и... Не может использовать, что ли, поэтому? Интересно. Так, ну давай это. Это будет нормально.
По-моему, доплыли, да, прямо до этого места. Там у нас эти, да? Мы тогда Игнита не... Так, как у них муж Актая. Да буду не скупнуться, чтобы это... Погоди-ка. Тихо. Это появится, который, да? Так, а если попробовать с Игни использовать? Так, и не есть. Имя серебряная мечта. Давайте, давайте. Да блин! Да блин, да! Твою мать, меч Игни, наверное, не смогу использовать. Да твою мать. А может метер арбалетом с лодки? Стреливать их. А чё такого-то? Блин, где ты? Никак не получится. Это мечом. Так, не, кстати, у меня еще действует, а нет, не действует. Блин. Так, тихо, тихо. Так, так. Надо бы как-то. Да ё-моё, как-то. Не важно. Мать. Зараза. И сюда. Где там? Куда вы там прячете-то? Мне кажется, на дороге-то отнимается-то. Ага, ага. Дороги-то вообще нет никакого. Чё мне... Так. Это мы не можем использовать. Здоровье-то. Ну да, здоровье-то. Здоровье. Мне нечем восполнить здоровье, почему? И некий эликсир не сделаешь. Почему, интересно, у меня нет возможности дать эликсира этот? О, лес Малибора. Это... Генерация очков адреналина увеличивает. То есть почти одного ингредиента не хватает. Язык удобца как раз вот. Интересно, нет этого. Это и... Ласточки тут. Ну, ласточка была или нет этот? Здесь интересно, тут вот. Рецепт, а он куда почему-то девается, как только я стою. Хотя бы одну ласточку. Они здесь странно работаете. Дощи всяк такого не было. Там был с тобой эликсир самого до конца. Точнее, находил рецепт создания эликсира. И все, он до конца, в общем, с тобой. Ты можешь потом искать только ингредиенты, создавать эти эликсиры. А здесь почему-то он одноразовый какие-то. Такой за. Или ты на харде, что так? Особенно так, или нет? Или где вот они там? Можешь ячь. Блин, да, здоровье, конечно, у меня птичка-то нету. Да уж. Давай пробил где-нибудь. Эликсиры мне знали что-нибудь, что еще, чем-нибудь еще. Надо все-таки будет к этому, пока не эти места не все не исследовать. Так, ладно. Потому что я не знаю, как я смогу. Попробую сохраниться в этом месте. Невозможно время битвы, ну да. Но сейчас я не знаю, будет здоровье, то меня убьют быстро. Да в узком пространстве, конечно, плохо. Сколько там всего этих утопцев, интересно. Так. Угу. В общем, да. Ладно. Сначала все-таки думаю-ка я доберусь до... Ладненько. Потом вернемся сюда. И все эти сокровища, эти следы, мне нужно где-то сначала все-таки аптечки добыть. А куда нужно путь-то, чтобы... По карте. И по карте. Так. Куда нам можно вернуться-то? Куда, значит? Надо бы мне так где ближайший этот пункт. Есть какой-нибудь? Конечно, далековато. О! Хотя здесь это некуда. А может тогда пока хочу сюда доплыть? Наверное. Так, а это что у нас такое за.
Ладненько. Как-нибудь добраться по-быстрому, и нет никаких точек. Куда вот так вот добраться? Где у нас здесь торговцы какие-нибудь могут быть? А, вот здесь может быть, наверное. Здесь, наверное, что-то интересное есть. Придется плыть. Ой, ты не туда ставь, ты. Да. Мне нужно срочно торговца найти. Ничего нет вообще. Эликсир нужно, я не знаю. Купить такое. Да. Еды какой-то. Можем здоровье восполнить. А даже потом вернусь-ка сюда. Жишка, может, точно расправиться не получится. Надо прокачивать 13 хотя бы уровня, чтобы был наш Геральт прокачанный. Теперь остров Коломница. О, это Марик, эти тут плавают. Это что-то такие? Тоже шлите? А, это какие-то, наверное, эти. А, я понял, что это. Эти гнильцы эти, ну, трупоеды какие-то, наверное, монстры питают. В общем, нам нужно будет хорошенько затариться. Таким, конечно, нулевым количеством аптечек, хоть каких-то, хоть еды хоть какой-то набрать. Будет проблематично. Так, у нас там кто-нибудь есть хоть? Живой хоть кто-то. Погоди, там мне знакомый или здесь я шуль? Нет, хотя нет, здесь я, наверное, не был. Уверен, деревня Рудник. Так, мы можем как-то присобачиться? Давай-ка. Так, присобачимся, ну куда? О, сохранилась игра, отлично. Спасибочки. Так, лодки у нас здесь есть. Здесь хоть кто-нибудь есть живой? По-моему, должен быть. Лошадка у нас там где-то в другом месте. Ну, да мне мы вернемся, если что. Время, конечно, дали. Так, где-нибудь есть кто-нибудь? По карте. Можно так посмотреть. Так, просто... Так, ага. Это здесь вот. Ладно. Вдруг здесь никого нету. Смысл был сюда плавать. Гардка, солдат надеюсь. Так, извините. Так, я пройду, пробегусь. Говорят, женщины севера моются раз в 3 месяца. Это правда? Кто их знает? Так, где-то здесь должно быть. Или здесь пока ночью никого нету. Здесь так... О, мы здесь уже были, наверное, в этом месте-то. Это понятно, броня улучшения, все это ясно. Время ночью никого нет. Здесь форт точить можно, что ли, больше никого нет, никаких торговцев. Чтоб тебя. Ну, где-нибудь еду здесь можно раздобыть. А там что такое? Помогите мне, добрый гусыни мой, не вестись перестала, я ей 2 года. Прожить сказал мне намазать ей гуску в рапсовом маслом, и будут нестись опять, будет. Но когда я пытался, он меня так прихватил за руку, что до сих пор синяк не зашел. Кто не знает, другой, но не такой опасный способ. Писец нужен, писец для объявлений нужен. Плачу продуктами, Велимир какой-то, Велимир Грамотей. Закрой уши, лес, послушай, коли знак есть, будет тебе честь. Ну и бельная. Предупреждение, люди добрые, поехал торговать в Вавроница, солдаты покупать ничего не схватили, со злости весь товар побили, меня сделали так, что цвету белого не взвесил. Если моя беда будет вам уроком, держите подальше от Вавроницы. Люди добрые, моя янка бросила меня одну с детками, что было ценно, забрала, ушел, а куда не сказал, если где увидите, плюньте ему за меня в рожу. Анка. Предупреждение нюгарцев. Люди добрые, побывали меня нюгарцы, или взвестись всех, что за помощью риданскому войску будут вешать. Того, что в нашем селе риданцев не видали... Во время короля Миделла они слушать и не стали. Потому вешу бумагу с этим подтверждением, чтобы каждый знал, что и как, староста. Зданий тебе никаких-то. Так, как попасть куда-нибудь можно мне? Вон, погоди, где мы в прошлый раз были-то? Интересно. Здесь мы не можем быть.
Это мы в какой деревне мы были? Я торговец, по-моему, был, нет? Под листья, может? Я же забыл ты. Где-то мы были. Или верю, это, или вот это деревни были. А, вот, торговец. Да, вот она. Еще там рекорд задание появилось доступное. Она надеюсь, не исчезнет потом. Пока есть-то. И надо сразу заправляться туда. Пойди, можешь же пройти попробовать пока. Если она, я даже не знаю, они исчезают потом. И так там и остаются. Надо проверить. Денется куда-нибудь или нет. И, наверное, денется. Надо, думаю, пока есть возможность все-таки отправить, помочь. Смотреть, что за задание. Может быть, оно не очень высокого уровня. Может будет прокачаться. По-быстрому. Ай, да уж. Так. Нет, еще 30 минут. Надо будет, мне часть будет вырезать, конечно, вырезать. Пойдем туда пока. Бачка, так, у нас один мультарговец. Так, в общем, где мы можем... Кошка шипит. На Геральда. Так, где нас здесь купить-то что-то можно? Не понял. Все время уже это... Не купишь никого, что ничего. Может, надо время перемотать. Так. Блин. Не то. Где медитация, пробил. Давай немножко перемотаем время. До утра, что ли. Где шипун химический капас был спутан крепкий алкоголь? Так, отец, интересно, съездил эту задание-то? Дай-ка проверим. Нет, оно и осталось. Тогда мы к нему поправимся. Если оно появилось... выполнил. Попутаем по запасу сейчас. Так. Я отправимся тогда снова. Где мы там были-то? Вот сюда потом. Потом на лодке, в общем, до этого места. Ну и туда вот эти задания покупал. Мне эти знаки вопроса. Ну и вот это заодно. Какой у нас план будет. Так. Сначала пополнить. Во, появился торговец. Не знаю, как назвать бармен его. Куртимай тогда будем... Так. Привет вам. Так, здрасте. Мы за бароном, за открывал. Так, нет, не по барону, нужно про что-нибудь купить. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? А еда есть какая-нибудь? Еда. О, есть. Нормально. Здоровье, восстановление здоровья нам как раз нужно. Ну, сколько на всего-то? 302. О, нормально, сейчас мы купим. Так, 34 стоит две штуки. Сковорода, погоди, это 5 штук они стоят, что ли, или... Или по... Сколько там одна штука-то стоит? 50, а это, наверное, все вместе? Ага. О, перец. Ну, а, давай, перец, он подешевле. Он подешевле чем-нибудь. 190. Бутылка вот, ничего другое выполнено, то 16, чем хватило побольше. Вот это, наверное, хватит. Ну давай. А продать ему что-нибудь можно вообще? А хотя, Марика, вот эти можно продать. Кажется, да? Магический предмет. Давай продадим ему. И можно. Ты серебро. Кади, чисто себе можно оставить. Что это такое у нас? Это важный предмет, что ли? Или прочее просто? О, лестница как раз. Во, хорошо. Надо было сделать. Так. Это ставим, думаю, эти шкуры-то не полезны, к ним все. Нужно ему. О, блюдо какой-то обычный, который не знаю, мусор просто. Мусор надо продать. А, блин, хотя есть пигамент. Куку. О, рыбацкие сети вот эти вот удочки. Еще кукла. Рубка. Лишний мусор продать. Череп, я не знаю, тут торговца можно продать, конечно. Наверное, подороже даже можно продать. Нет, я имею в виду, что я другой, кроме торговца найти. Обычные кружки, например, дойдет.
Какие ты что-то... О, тварь. Понятно. Цветы. Вот эти шкуры можешь продать? Не знаю, кому уже. Это что такое у нас? Фиал. Может, полезно фиал-то. Так, еда. Но это там ингредиенты, они нужны для ремесла. Все это там нужно. Ему это не продашь, да? Это что такое? Учи час. Ага. Ясно. Мне не особо пока нужно. Ну это понятно, другую можно продать. Мы тогда еду купим. Давай-ка. А у него карты есть, оказывается. Карты для Гвинта. Только она стоит 50. Не хватит. Это, конечно, можно карту для Гвинта купить. О. Карта для Гвинта у него 3 штуки продается. Это полезно. Потом с кем сыграть, только найти здесь кого бы. Так, ладно. И думаю, ну купили хотя бы, у нас есть аптечка. Что бы еще можешь продать? Из мусора-то. Или все-таки эти шкуры. Да они как-то, мне кажется, дешево слишком, нет? Все-таки. Невозможно сесть, продать. Пять шкур. 30, конечно. Слишком дешево. Место, конечно, освободить. 223, ну, можно еще что-нибудь купить из воды. Из воды. Дорого. Так, для массы. В общем, эликсир интересно, точнее эти рецепты где ворот купить. Фрукты. И обычный сок его. Давай. А вот это все. И две штуки. Черная картошка. Сколько-то можно купить. Давай две штуки. Так, и что у нас такое? Не, ну это понятно, эликсиров. У нас, спасибо, рецептом, главное, это ласточки. Мне нужна ласточка в первую очередь. У меня ее нету. Ладненько, все. Хорошо, так. Накупились. Прорываемся первым. Задание выполним это. Пойдем. Ой, извините. Угу, извините. Теперь надо поставить эти здоровые всю еду это. Кинуть еда. Давай по порядку. Так, сюда и беду. А вот сюда воду. Вот так вот будет у нас. Блин, у нас две бомбы есть. В самом-то. Оказывается-то. Так не использую. Вот они обе-то страдают. Ладненько про... Ой, черт. Видишь, у вас выход отсюда, я уже запутался. Ладненько, помчимся сейчас к заданию. Так. О, Платва, ты уже здесь. Я извини, конечно, что тебя бросил. Так, погоди-ка. Не то. Так, Игни. А, не то. Черт, не ту кнопку нажал. Так, ладненько. А, ну-ка, так там уже в другую сторону. Так, туда обчелся я. Пойду все-таки задание выполню. Потом же отправлюсь на те, которые я не... Ой, у нас там сидит всяких живностей. Куда там мчаться? А, ну, блин, утопцы. Ё-моё. Так, да и сидим, здоровье пополним. О, хорошо. Утопцы там. Так, мне нужно... О, что там, есть какое-то объявление? Хорошо, так, нормально все. Сейчас помчимся, выполним это задание. Ага. Кстати, где это? Не понял. А, здесь собаки просто. Кстати, а где-то... Я что-то не туда скакал, я же пометил это задание. Так. Карте. Дай, в общем, чусь-то. А, ну, я просто оббежал. А, ну да, там же... Ну ладно. Бери меч. Бери, точнее. Рецепта какая? Давай, папа. Так, где у нас этот там? Так,
хочет рисковать, вдруг и правда исчезнет. Лучше сейчас помочь им. Видимо, им и этим, да? А, так может он ищет и... Давай. Отвали. Не видишь, жрец молится. Да это и ясно. Погоняй его, Родрик. У каждого есть право припасть к источнику милости вечного огня. А, ну понятно. Ведьмак, приблизься. А, ну хорошо, что там помочь, может, тебе надо. В чем дело? Помочь. Возрадуйся. Ибо даже столь низкое по природе и сословию создание, как ты, может послужить славе вечного огня. Нужно сжечь останки павших на поле битвы. Угу. Они гниют в общих могилах, или же их оскверняют трупоеды. Так не годится. Это будет мое доброе дело на сегодня? Это доброе дело будет щедро вознаграждено. Я знаю, что такие, как ты, не работают даром. Ладно. Я этим займусь. Но будет не ради этих денег. Опыт. Я этим займусь. Тебе зачтется. Чем больше добрых дел, тем это, ну... Да, замечательно. Вот тебе освещенное масло. Угу. Польешь как следует и подожжешь, ясно? Пламя должно взвиться до самого неба, во славу вечного огня и все такое. Где мне тебя искать, когда я сожгу тела? Я буду у моста на Новиград. Ага, ясно. Грибальные костры. Так, а если какие-то этих... Месяца, да? А, три места нужно найти будет. Так же, как с этими вот святилищами, что ли. Получается, да? О! А, и вот уже первый, да? А, вот второе. А третий где? А, они все недалеко находятся. Три места, да? Понятно. Наверное, по этим трупоедам будут, естественно. Может, попробую сейчас выполнить по-быстрому. Аж получится по-быстрому. Да, будет все-таки почти сохраняться немножко. Туман еще сразу это сероват стал. Ну, тут дух так. Так, в общем, как цветовая гамма так изменилась. Было как-то ярко. Гнильцы. Ага, ясно. Какого фига? Ты откуда взялся? Блин, ты же с меня. Да блин, не, слезай давай, слезай. Ладно, блин. Да ё-моё. Готов? Да, погоди-ка, тихо. Хотел сохраниться, мне не дадут, да? Так, гнильцы, случаем те, которые взрываются. Может, игни попробовать его выкосить. Блин, зараза какая. Погоди, что, уровень? Энергия останавливается не сразу. Тихо. Взорвется, наверное, да? И да, тихо. Блин. Мне здоровье, когда исполняется слишком медленно. Надо птичку с использовать здоровье. Даже пожрать что-нибудь. Да, блин, взорвется. Тихо. Ух ты. Ух, как я дерганный немножко, да, напряженный. Что-то с мельцами ненавижу их. Не буду взорваться, ребят. О, мне броня поцарапала, в общем. Поцарапалась, да, поцарапалась. Сломалась, в общем. Этот. Так мне все надо. Я заберу. Предметы. А, мне броню отремонтировать есть чем. Предметом это. И вот этих брони-то. Ваши две штуки. Один у нас брони сломался. Все, спасибочки. Надеемся, что найти для этого. Так, пошли-то сжигать тогда. Надеюсь, чем-то следует есть. Просто сжигать надо. Ага, вот оно место. Ну давай, я думаю, просто будет справиться. Теперь Игни. А, ну давай, Игни так. Все. Готово. Так, плотва. Где? Поравляемся к следующему месту. Думаю, сейчас справимся быстро. Так, он сказал, что если мы найдем его, когда закончим около моста Новиград, значит, видимо, потом все это будет. Новиград, по-моему, Новиград, наверное, мы еще в будущем мы, в общем, попадем. Так что, наверное, после этого можно и
отправляться за ним. Его поиски. Так, собачек хотя можно было воевать, ну ладно. Вон еще собаки здесь. Извините. Ты что? Я помчался. О, медведь. Мишка Мари гуляет. Ну, Мишку не трогаем. Мишки наши. Друзья. Должны быть. Ну, не говорится, не в этой жизни. О, лань. Так. Не лиц один, да? Или здесь куча этих? Куча других, да? Гулей. Сколько всего там, интересно, гулей-то здесь? Трое, что ли? Я не хотел попасть по нему. Тихо, не попаду по нему, да? Да, поди-ка, где-то. Вот так мы лукаши будем. Лошадки тоже можно. И даже удобнее, чем кашем. Не да. Камера, не шатайся. Где? Ага, вот он. Беги. Тихо. Давай. Где там? Тихо, не тормози. Блин, промазал. Да е-мое. Какой вертки. Я просто не успеваю, наверное. Как там называется? Тайм-код. Не успел, в общем-то. Есть. Да блин, не пивай. Ну мы хотя бы побьем их немножко так ногами. Так обиду занятно будет. Где? Где там? Куда бежал, говорю? Куда сварил-то? Да я промазал. Тихо, беги ты. Где там? Да е-мое, где там второй этот? Живучку тр... Да блин. Есть, готов, кажется. Садненько. Лошадь! Чё? У меня чё, убили? Да чтоб тебе дери, это... Как вы могли мне убить-то по лошади-то? Вот я попался. Двух завалили в двух. Надо было с зоне этого другому уже разбираться. Просто способу. Даже слушать могут убить, ё-моё. Не, здорово, таки. И мне игра сохранилась.